сегодня мы проводим пранк и смотрим реакцию людей, как они будут реагировать на самый дорогой подарок и на самое огромное количество онлайн на трансляции, именно в ТикТоке. Такого мало у кого было. И, возможно, даже ни у кого 5000 онлайн, это очень много, потому что кто-то заходит, кто-то выходит, кто-то не ждет. То есть нет такого, чтобы все сидели онлайн и смотрели. Здравствуй. Откуда будешь? Ого. Все, я понял. У него написано. Все, я понял. Я буду со своими общаться, с друзьями. У него написано 5000 онлайн или подарок церковь. Начинаю говорить. Круто ты придумал, друг. А что ты чё? Люба, постучите все, пожалуйста, постучите. Давайте выиграем. Ты чё? Нет, всё нормально. Отправил вам церковь. Спасибо, пророк. Ребят, постучите все. Я музыку вам включил. Нет, Риана, мы сильнейшие. Давай. Ночь. Не играй, не играй, не играй, не играй, не играй на моих нервах. Ребят, подарите церковь мужчине. И мне тоже. Спасибо большое тебе. Обалдеть. Дорогая моя, спасибо. Про царь дом первый раз вижу. Офигеть. Спасибо тебе, Рианочка, золото. Спасибо за такие подарки. Вдруг какая церковь, что он чешет? Играй, не играй, не играй, не играй. 7 человек у меня, ребят, постучите, пожалуйста. Помогите моему модератору, Рианочке. Моя. Ты замечательная. Не играй, не играй, не играй, не играй, не играй на моих нервах. Ночь, моя печаль и стерва. О, ребята, от души, да, благодарю за подарок. Ребята, кайфово вообще. Я могу говорить. Уже, парень, ты не пой. Я пишу, чтоб ты не пел. Лучше музыку поставить. Откуда ты? А что тебе подарили, что ты заговорил? Так, храм. От души благодарю, ребята. Кайфово. Я думал, я сегодня не заговорю. А где он? Он... Так он в счет. А где храм? Он в счет не пошел. Кто не пошел? Храм. Интересно.
Ребята, от души, блин. Я думал, я реально не заговорю сегодня. О, блин, так приятно говорить. Я с Краснодарского края. Так вам не подарили храм? Как не подарили, у меня написано, что подарили. Да, ребята. То они специально это прислали вам домик храма. Вы проигрываете 840. Блин, мы все равно с ним проиграли, что ли? Как так-то? Проиграли, да. Проиграли, да. Ну ладно, зато я могу говорить. Я же думаю, почему вы заговорили. Я с Краснодарского края. Ну, неплохо, неплохо, ребята. Да. Кто не в курсе, короче, мы пранкуем ребят, пранкуем, ждем реакцию. Реакцию, в принципе, получили небольшую, такую, типа, чё? Храм? Здесь тоже чат такой немножко там пишет. Да, кто не в курсах был, но многие в курсе. Многие не в курсе, почему мы говорим, почему мы это ты. Очень здорово. То есть я буду сама с собой говорить, да? Ну, хорошо. Так, привет, зайка, привет. Тут человечек 5000 онлайн хочет. Удивительно. Ну ладно, что. Стрим может же и вечный быть. Ребят, полайкайте просто по экранчику и все. Как дела? Откуда ты? Я из Карелии, город Петрозаводск. Чтобы никому не было обиды. 5000 онлайн или подарок церковь? Начинаю говорить. Можешь молчать. Ребят, пусть он молчит. Привет, привет. А что, так можно было? Просто тупо, просто сидишь, молчишь и все. Так, так, ну-ка, самолет мне, и я начинаю говорить. Красивая девушка, спасибо. Вантей, привет, землячка. Привет, а ты откуда? Не выхотел кабачиш. Давай, какая красивая. Спасибо. Ребят, потыкайте по экранчику. Да, посмотрите мне по экранчику. Ой, спасибо большое. Ой, спасибо большое. Нет у тебя еще времени. Блин, где я тебя видел? Не знаю, вспоминайте. Нет у тебя еще времени. Ой, кто-то очень хочет, чтобы у вас был 5000 онлайн. Привет, привет, ребят. Это он вас благодарит за сердечко, ребят. Не так же, 3, 3, 3, 2, спасибо, он говорит вам. Спасибо за розочку, спасибо большое. Я по вас много чего узнала, но вы, к сожалению, молчите. Не понимаю. Это намек, что я должна церковь вам скинуть. Да лучше молчите. Я поговорю. Ну, не говорите. Ребятки, просто постучите по экранчику и все. Мы церковь не хотим, и нам можно просто по экранчику потыкать.
Мы как-нибудь без церкви переживем. А у тебя? Девушка, от души привет со Ставрополя. Привет. Как дела? Все хорошо. У тебя счет показывает? Вот переживаю, видите, в батле. Хочу очень, чтобы ему церковь подоили. Удивительно. Ну и спасибо большое вам. А, что-то есть. О, ребята, от души. От души я наконец-то могу говорить. Благодарю, ребят. Так приятно говорить. О, блин, как прорвал. Это класс, класс. Девчонки, привет. У вас 5000 онлайн? Нет, 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 нет. От души, да, за подарок, ребята, блин. Вам подарили церковь? Мне кажется, вас обманули. Ребятки, постучите по экранчику. Блин, ребята, кайфово вообще. Почему обманули? Ну, ребята, потому что, если бы... Сейчас посмотрю, у меня написано, вам подарили. Ну, потому что если бы вам подарили бы церковь, у вас бы прибавились бы очки. Ребята, ребята, от души, да, кто подарил. Блин, ну все. Стрим удался. Девчонки, я думаю, это из-за вас. Да, кайфово. Обманули, и вы заговорили. Почему обманули? Почему мне не могут подарить церковь, что ли? Блин, вам вы все равно проиграли с этой церкви. Ну, нет, ладно. Нет, вам не подарили церковь, потому что не прибавились очки. Нет, почему? Конечно, вам могут их подарить. Я достоин двух церквей. Ребята, да, от души, от души. Че, матч-реванш? Хотите матч-реванш сейчас? Ну ладно, давайте пойдем дальше. Мне надо пообщаться с теми, кто мне отправил. Спасибо, души. Батл, спасибо. Всего хорошего. Откуда? А вы откуда? Я из Карелии. Три раза можно. Ну, пишут то, что не прибавляются очки за церковь. Очки прибавляются, обязательно прибавляются. Почему? Вам отправляли церковь? Нет. Нет? Ну, тут написали то, что не прибавляется. Обязательно за любой подарок прибавляются. Да. Вы давно в матчах участвуете, да? Ладно, да, отличный был. Отличный батл был. Отличный батл. Вам хорошего, спасибо. Все, ладно, давайте попрощаемся. Ну, такая себе реакция. Ну, там парень лучше отреагировал, ладно. Просто мне нравится вот это, типа, нет, вам не подарили. Ну, типа, какая? Ну, вообще в жопу разница какая. Типа, подарили, не подарили церковь, но все равно реакция, ну, мы круто. Все равно, типа, я же не говорю, о, а что, вам розы подарили, а вот что. Но вот за церковь такая, нет, подожди, вам не подарили, нет, 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 ты зря радуешься, зря разговариваешь. Потому что это самый дорогой подарок, это самое огромное количество онлайн, такого даже не было у звезд. Как у тебя там в Башкирии дела? Айбис? Ты что-то, кстати, мало появляешься у меня в рекомендациях. Да, ладно, короче, сегодня... Снимаем пранк, но ты знаешь больше, чем надо. А своих я не хочу так разыгрывать, потому что, ну, это же все равно показывает не очень хорошее качество человека. Типа зависть, типа нет, тебе не подарили, нет, что за фигня, почему ты говоришь, тебе что, подарили в церковь? Ты кто тебе мог подарить, что такое? Почему мне не дарят? Вот чего я хочу увидеть. Жадность человеческую. Вообще не представляю, вот сейчас вот там вот пранкер же есть, типа Эдвард Билл, там Литвин, там что-то пранками занимался, и типа сейчас много кто видел их ролики, и мне кажется, то есть они будут пранковать, если то их просто узнают, как сейчас тоже. То есть человек мне задает вопросы, я его просто не смогу пранковать, потому что он знает больше, чем, ну, надо. Или как вот тот в самом начале, который говорил, да я видел, ты видел вчера, сидел на твоем эфире, и говорит. Знаю вашу фишку, знаю. Видел. Знаменитых людей всегда замечаешь. Это было вчера, но было интересно. В конце. Были на трансах, да?
Я просто видел этот момент. Он продолжался очень долго. Ну, так тогда, да. Но я сразу заподозрил, что в теме были. Ну, вчера, Что-то не да, так, точно. уже тут что-то нечисто, да? Да. Ты не разговариваешь, что ли? 5 тысяч онлайн, иди подарок церкви. А, не дурак ты, конечно, разогнался. Ты это, решил помечтать, что ли, здесь? И давно ты так мечтаешь? Давно, да? Я понял тебя. Ну, долго ты еще будешь мечтать. Лохов ищешь, да? Конечно. Ну как, дайте мне церковь, я заговорю. Ну не лоха разве ищешь? Лоха. И интересно, много лохов там тебе залетает? Нет? Понятно. Все. Она обиделась на меня? А за что она обиделась на меня, интересно? Ну, в общем, на самом деле я снимаю пранк. И А, заговорил, заговорил, да, и видишь? пранкую людей немножко на реакцию, короче, людей. Но я не А знаю, правда, какая реакция? Это чисто для лохов у тебя там, какая реакция Не, на людей? реакцию. Я потом делаю такое-то, что Не говорю. надо мне храм, давайте верну Нет, обратно. нет, нет, я говорю от души то, что подарили. И вот смотрю реакцию людей, короче. Но не знаю, я Дурак, знаю то, что не с вами дурак, не шутки дурак. плохи. Не, сами лучше не надо. Да, я подумал, сижу, думаю, пранковать или не пранковать, короче. Да, так, несколько человек уже допранковались уже. Хорошо, удачи тебе. Увидимся еще, давай. Да, 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 Спокойной будет, ночи. да, приятно было. Башкирии, ассаляму алейкум. Че, мы сэкономили, не стал я пранковать. Не, ну потому что да, я видел, как относится к розыгрышам, к пранкам. Ой, давай посмеемся. Трута-та. Ты где живешь? Петрозаводске. Ребят, потыкайте, пожалуйста, по экранчику. Я вижу, я читать умею. Так он своим подписчикам говорит это. Ну что ты ему больно? Ребят, потыкайте по экранчику, пожалуйста. Сейчас я за... Так, подожди, как? Сейчас я к нему на эфир зайду, подарю ему церковь. Церковь. Очень хочется, чтобы он попиздоболил. Тихо, Петрозаводску привет из Хабаровска. Привет, Хабаровск. Ребята, подпишись, пожалуйста, по экранчику. А тебе кафе тоже нельзя. Когда будет церковь, тогда покашляешь. Знала, что быть красивой запрещено по закону. А где это написано? В церкви. В церкви. Спорим? Давай, слышишь? Стой, слушай. Спорим, я сделаю так, чтобы ты заговорил. Да нет, не сделаешь. Ты что? Ты что, посмотри, он бывалый уже. Ты думаешь, он что, первый день сидит, что ли, здесь? Ну да ладно, нашла лоха. А если я тебе церковь подарю, ты заговоришь? Ты дура, я тебе... Давай ты мне его подаришь. Я буду тоже молчать, хочешь? Подарите мне церковь, я буду молчать. Нормальная вообще такая. Ребят, поставьте, подарите по экранчику. Нормальная такая. Да я за церковь сама его разговорю тебе. Или ему подарить церковь, чтобы он хотя бы разговаривал. Как я Не забуду? дарите ему церковь, подарите мне, я сама его разговорю. А что, тебе смеяться тоже можно? Почему? Так, Аэропорт. нечестно, подожди. Говорить тебе нельзя, потому что тебе церковь не дали. Так смеяться тоже нельзя. Да почему нельзя-то смеяться? Он же говорит раз. Он же вот не то говорит. Говорить. Смеется, смехи. Труто-то.
Его надо заставить говорить, только они такие. А каким образом? Как его заставить говорить? Ну-ка, Да он ни за скажите. что не заговорит, потому что 5000 онлайна у него не будет. Церкви не будет. Подарить будет церковь. Если церковь никто не подарит, то тогда нет. Это он говорит спасибо за сердечко, ему кто-то А, я сердечко думала, подарил. типа это, маме мне церковь, маме мне церковь. Он призывает вот так вот мне еще вот так. Да, церковь это тебе не трутота. Не смеется, ему уже не смешно. Я вижу, вижу. Але, привет, привет. Вот вы гоните. Что угоним? Так мы просим, чтобы он нас выговорил уже наконец-то. С кем я вообще разговариваю сама собой? Я тебе говорю, это вообще это. Чувствую себя шизофреником, да? Благо, что ты хотя бы здесь рядом. Пытаешься говорить, и чувствуешь себя, у тебя шиза. Надо, чтобы придумать. Кто-то там сверху только тычет. Ребят, сюда, сюда, сюда. Я тихо, я его разбазарю. Как интересно. Я уже запутался. Ребят, тыкаем по экрану. Церковь не надо, просто тыкаем. Я разговариваю. Я не шизанута, О, ребята, от души за подарок, от души, наконец-то я могу говорить, да. От души. От души, ребята. Здравствуйте, девушки. Слышишь, 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 стой, стой, стой. А ты считаешь, что я больная? Я? Ну ты, нет. Я не знаю, я так глубоко не вдавался в психоанализ. От Тикток души, ребят, сломался? кто подарил? Мощь, ребята. А как тебе дарят? У тебя очки-то где? От души. А от Я души думаю, уже что не нет. заговорю. А Да-да-да, давай мы еще раз сыграем. победили. Давай еще раз сыграем, Эя. А откуда вы, девушки? С Петрозаводска. Петрозаводская, вы что так расстроились, то, что проиграли, что ли? Ну, Церковь не подарили. церковь не подарили. Давай еще раз сыграем, ты уже Я думаю, разговаривал. мне уже вторую это не подарят. Я думаю. Третий. Ну, ничего, ничего страшного. Ну, давайте Ты хотя бы пообщаемся. Давайте. Я думаю, вторую мне разговариваешь. никто не подарит уже. Кто тебе подарил? У тебя даже очки не прибавились. Ребята, души. Душевно в душу. Вообще ништяк. Дайте я напишу там, кто мне подарил. Ребят, тыкайте, пожалуйста, по экранчику. Не надо дарить церковь, просто тыкайте. Давай обсудим. Тебе подарили церковь, но у тебя очки не прибавились. Это как? Добавились. Но мало, я не знаю, Сколько? почему мало. Мало? А ничего, Не что... А засчитались. когда церковь даришь, там очень много очков, а у тебя всего Вам дарили? 30. Вам дарили? Нет, не дарили, но я Нет. знаю эфиры, я видела на эфирах. Тикток сломался, да, какой-то Не вообще? знаю. Да. У тебя не прибавилось очков, странно. А вот мы проигрываем сейчас, ребята, нужна ваша поддержка, давай. Ребят, тыкайте, Как? пожалуйста, по Что надо делать? Тыкать экранчику. на экран. Потыкайте на экран, Леша. Да. Тыкайте по экранчику, а то ему там церковь дарят, и он на 2 очка больше что-то обгоняет там с церкви своей. Подарочная коробка, там у него церковь. Блин, может, мне тоже сделать такое же вот так А вот как вас зовут? сзади? Самый главный Ксюша меня. вопрос. Ксюша? Ксения. Я так и подумал, кстати. Вот смотрю на вас, думаю, точно Ксения. Что, на лбу написано, где-то А отражается? подруга София, да? У меня дочка София. Дочка? А. Я экстрасенс просто. Еще. Это церковь в голову ударила. Давай обсудим, зачем тебе вот это надо. То есть Церковь? 5000... Подожди, 5000 онлайн это точно отменяется. Вообще Почему? просто... У меня было близкое, там было 560 онлайн.
Так это 560, это не 5000. Ой, спасибо большое 10, за 10%. морозку. Ура! Ура! Мне церковь подарили, ты чё? Спасибо большое за 3 мороженки. Это, так его. Ну, не церковь, но мороженки, ничего страшного. У тебя 17 тысяч подписчиков, не, да? Небольшой пранк был, я признаюсь, ладно вам, на последних минутах. И завтра вы, завтра или на днях будете видео, если этот эфир опять не забанят, как предыдущий. Ваша реакция, ваши, я смотрю реакции людей, интересно. В смысле, ты что-то меня записывал, что ли? Нет, зачем, трансы, они сами сохраняются. То, а то мы так и будем говорить про церковь. Ага. Не, ну правда, я смотрю, реакция разная, и люди такие, типа, чё, ты лысый, толстый, недостоин церкви, пишут. А зачем так, говорить, зачем оскорблять людей, надо посмеяться. Вот, видите, да, чат, видите. Но нас сегодня мало онлайн, так бы мы вообще задавили бы харизму. Вчера мы просто, вообще была мощь, вчера было... Да, сегодня не 5000. Ребята, давайте. Ну, нам надо чуть-чуть дотянуть, чуть-чуть. Ну, ладно, зато у вас будет настроение хорошее. А то что-то вы поникли в прошлый раз. Так церковь подарили тебе. Ладно, я, короче, ой, что-то хотела сказать, подожди, вспомнил. Церковь твоя, блин, мешает. Ну, мне кажется, реакция, да, была интересная. Ну, по крайней мере, может быть, не такая жадная, но интересная реакция.